Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала. Опять приехал на этот объект, и опять начинается дождь. Прям. Напоминаю, дом построен из полистирол-бетонных блоков. Утепление фасадным пенополистиролом. Декоративная штукатурка. Церезит СТ-60, 1,5 мм. И облицовка резаным ригельным кирпичом. Приклейка на систему из СФТК мокрый фасад. Видите, по направляющим. Ну, стандартной технологии СФТК с плиточной облицовкой. Каждый раз, как приезжаю, начинается дождь. Проезжаю по объектам, смотрю качество работ. Значит, чем интересен этот объект? Объект называется баня. Здесь будет частичная облицовка плиткой. Что у нас за плитка? Значит, видите, жил-был ригельный кирпич. Мы его разрезали на две плитки. Вот видите, вот такой вот он, разрезанный. И получилось с одного кирпичика две плитки. Частично будет плитка, частично декоративная штукатурка. Как видите, ребята сейчас закончили приклейку пенополистирола. Уже приступают к базовому армирующему слою. Единственное, есть, конечно, пару моментов. Вот здесь вот нужно гэшечку сделать. И вот видите, гэшечки в местах, где образуются ниши. То есть вот тут вот подклеить аккуратненько. Вы часто задаете вопросы по поводу плоских кровель. Как утепляются парапетные отливы, потом ставятся крышки. Здесь видите, высота небольшая, ветровые нагрузки невысокие. Соответственно, в пенополистироле выполнен уклон в сторону кровли, кровля ПВХ мембраны. И ребята выполняют базовый армирующий слой из клея Baumit Pro Contact и фасадной стеклотканевой сетки Bautex Crepex 2000. Наносится клей, втапливается сетка, закрывается парапетный отлив. Фасады дальше будут частично отделываться декоративной штукатуркой, частично ригельной плиткой, вырезанной из ригельного кирпича. Проезжаю по объектам. Дом построен из полистирол-бетонных блоков, утепление фасадным пенополистиролом, различные толщины от 150 до 250 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Это вот, где видите следы кварцевой грунтовки. А здесь видите первый базовый армирующий слой, то есть клей Baumit Pro Contact и панцирная стеклотканевая сетка Bautex Crepex 320. Здесь будет приклеен камень ригельный, видите. И плиткорез надо убрать. Дождик пошел, сеточку надо спрятать. Вот наша фасадная стеклотканевая сетка Bautex Crepex 2000 с моим мобильным телефоном. Видите, ребята здесь ее сделали с нахлёстом. Вот вы видите, как выглядит полистирол-бетонный блок. Это
пенопластовые шарики, то есть материал структурно слабый. Но это, но в нем все равно держится бийский фасадный дюбель DS2. Для дополнительной фиксации, разумеется, мы туда добавляем клейпену. Клейпена пеносил монтаж на всякий случай. Так как это структурно слабое основание. Вот видите, фасады подготовлены под декоративную штукатурку. Декоративная штукатурка ST60 уже нанесена, уже привезена, скоро будем наносить. Вот стены, то есть полистирол бетон, внутри штукатурка известково-цементная. Заказчик сам выполнял работы. Надо ему напомнить маячки, чтобы вынул. То маячки еще остались. Надо обязательно удалять. А то будет разрушать штукатурку. Штукатурка должна быть с низким модулем упругости. Тут также есть еще и кирпичные стенки. Перегородки. Перекрытие из монолитного железобетона. Это вот толщина клея, видите. От 5 миллиметров до сантиметра. Немножко еще подравливали за счет подрезки пенополистирола. Приехал к ребятам, дождик идет. Не совсем комфортно. Наверху плоская кровля, утепленные парапеты. Здесь, видите, парапетные крышки ребята уже начали, но подъеду еще, поснимаю. Был ригельный кирпич, его распилили и получили ригельную плитку. Вот видите, здесь двойной базовый армирующий слой. Это вот фрагмент еще не заклеенный, но уже разрисованный. То есть разметка под плиточную облицовку уже есть. Есть угловые элементы. Вот видите. Есть прямые. Вон видно торец полистирол-бетонного блока. Уже установлены металлические парапетные крышки. Здесь декоративку еще не успели нанести, но скоро уже сделают ребята. Так что здесь осталось чуть-чуть. Ой, комарик умер на фасаде. Вот опять же разметка и приклейка. Ригельной плитки. Вот видите. Угловые элементы у ригельной плитки, вырезанной из ригельного кирпича.
Дальше будет затирка швов и гидрофобизация. Затирки у нас серизитовская и баумитовская. Здесь будет баумитовская полусухая. У баумита есть полусухая затирка. Здесь как раз ребята должны были ее протестировать. Баумит Керамик Фикс F. А, Керамик S F. Все, заболтался, замотался. Ничего, бывает. Везет меня с дождями на этом объекте. Но что делать? Вот так все время складывается. Много мотаний, много объектов, много еще работы с компьютером. И дома, и в офисе. Интересный проект. Это баня. А так, видите, проект интересный. Прикольный. Чувствуется, что работал неплохой архитектор. Потому что обычно одноэтажники с плоской кровлей выглядят, мягко говоря, убого и одинаково. А здесь совсем другое дело. Когда будет благоустройство, вот эти все кучи уберутся, будет совсем все иначе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания, мир вашему дому.